Вышел Петр Мельник на свободу, того, не которого вчора, даже Янукович, позавчора. Которого Янукович считал вором. Коллегия судей приняла решение. И после Майдана городской суд города Ирпень выпускает Петра Мельника, известного Мельника. То есть там даже клейма ставить некуда. Все мы его знаем, мы с ним работали в парламенте. Это были выборы когда-то в Обухове, когда он тащил представителя президента Украины Ирину Геращенко. Мы все это видели. Мы все видели, как Петя Мельник работал в бюджетном комитете, как принимались решения за 2 секунды. И его освобождают. Как смотреть в глаза? Вот для меня Майдан жив. И люди, которые есть. И я стоял там всех. Ну, каждый из вас стоял. И эти люди. Как им глаза смотреть? Что это за Майдан?